Хорошо. Всем привет, это диджей Виджилант. Мы продолжаем проходить Hard Reset. Какой маяк? В прошлой серии мы по всему заводу пробежались. Этот завод был очень недружелюбен. Капец. Эти мелочи. Несмотря на то, что это мелочь, она может легко вынести. Вот эти вот с пропеллерами, они бросаются на тебя. Круглые, взрываются. Ну, это, конечно, самые простые. Вот, с бензопилами какими-то. С пилой. С дисковой, блин. Или какой-то. Эй, что такое? А, это летающий. Что это он тащит с собой? А что это у них? Непонятно. Что происходит? Не понимаю, что происходит. Ай, куда ты? Не, все-таки это луч достает до них, даже если он об забор задевает. А что это они делают? А, я эти просто могу скидывать. Типа бонус мне, понятно. Ой, сейчас боя-то будет полно. Ого! Вот это музон. Он с ума сошел. Музыка сошла, с ума. Капец вас тут. Зажарю нафиг всех роботов. Тишина. Сохранить. Забыть. А ну-ка сохранить, не забыть. Конечно. Ну-ка, испробуем сейчас на нем. Целеуказатель. А, вот он. Да какой? О, что встало? Оно встало. Что ты прыгаешь? На. А эти все летают и летают. Да, целеуказатель может. Но у них просто оружие не установлено, поэтому они на меня не нападают. Они типа тут разносчики вот этих контейнеров. Куда пропало? Даже если мне не надо больше. А смотри, а, нет, там что-то лежало, а то я думал, ракетами он лучше расправляется. Да стреляй. А, эти бочки, они очень взрывоопасны. Взрывоопасны. Ну и чего ты бежишь? Для чего ты бежишь, робот? Самоубейся. Эти бочки очень взрываются. Я думал, они, типа, они застывают, но они очень взрываются хорошо. Была бы у меня штука такая, типа, драйв-пушка, типа, схватываешь и кидаешь. Было бы еще веселее. Стул сам по себе крутится, я офигею. Так, нет, у меня нет совершенства. Мне кажется, уже конец, потому что я даже почти уже весь прокачан, уже некуда. Прием данных. Говорит диспетчер Эдема. Мы приняли ваш сигнал. Отряд быстрого реагирования уже в пути. Направляйтесь к воротам, избегайте смотрителя. Точка подбора находится за шлюзом. Удачи! Конец связи. Я уже запутался.
кто за нас, кто не за нас. Сейчас будет смотреть. Задание выполнено, найдите маяк. Маяк. Где маяк? Вот это вот. У нас нет выбора. Мы должны это сделать. Что сделать? Убить робота, что ли? Да без проблем, надеюсь. А то есть он сейчас уже вылезет? Я как-то не готов. Ну фиг с ним, ладно. Ого, ого. Захват цели. Ну, не учились, что ли? Да ты-то чё встал тут? Ломай эту железяку. Да как вас, ну... Они очень меня отвлекают. Не дают нормальный огон вести. Огонь! Огонь, блин! Так нафиг, нет. Какая ракетность все-таки медленная, а? Там еще какая-то хрень идет. О, блин! Спасибо. Сюда прибежала, что ли? А, нет, это другая фигня. Блоб-то тебе. Скоробейчики, на! Это еще не смотрители, это какие-то просто фигни. Бронированные, блин. О, сейчас там рванет нафиг. Поддон ему. Чего такое? Это его еще ракеты прилетели, я офигел. А что это за штука? Из веревок, что ли? РПГ показывает. Это типа еще... Кто-то идет. Сохранись. Тут типа финальный бой, что ли, такой? А кто идет-то? Это такие просто звуки или кто-то идет, я не понимаю. Что делать-то? А. Булк-хе. Строили мне тут зарубу. О, тут финальная, да? А столько же... Вот и ворота. И огромные ублюдки. А, это он и есть, что ли? Вот это? Серьезно? Да не то оружие. Оружия-то полно, а чё мне... Чё-то говорят. А я даже наводиться на него не могу, толку я в него стрелю. Понятно. Ну то есть он мне сейчас будет все скидывать. Да ноте все, жрите это, жуй. Здесь мины, наверное, пригодились бы. Жуй, не жалко. Кушай. Я добрый наир. Так это на потом можно оставить. Да куда она, угощайся. А то они пропадают, по-моему.
Так, поэтому я буду понимать. Цель есть, нет? На него цели нет. Он под какой-то защитой. Он все больше и больше скидывает роботов. Видимо, он типа самый умный. Ё-моё. А то есть в этот момент он там активирует, уязвимый или нет, я фиг знаю, тут неудобно как-то понимать. Вот этого надо мочить. Крепкий зараз. Вот эти вот крепкие, конечно. Пойдем к этому. На него налепить надо много просто. Да вот ты сдохнешь, нет? Да нет. Так. Где он, этот смотритель ваш? Обычные придурки. Эта штука намного лучше, чем там миномет какой-то. Попрятались они по бокам почти. Все, мышка зацепляется. Чего сбился-то? Ты что, их две, что ли? Офигеть, я с одной только. Закрыто? Ух, хрен. Да ты будешь наводиться. Ням? Да давай наводись. Хотя бы с одной разобраться. Их вообще три штуки, я офигею. Да на одну давай пока. Наводись. А нет, патрон-то, блин. А насколько? Вот у него 390. Не так уж и много сносит, я бы сказал. Так, этот мультиуправление с лютом. Ага. Так, прокачки у нас так и нет. Ага, защитный модуль, энергощит. Это я уже понял. Отбивает пули. Чего нам делать? Роботы постарались. Энергощиты. Нужно вынести их из строя, чтобы открыть уязвимые места. Да ты прям Кэп. Ого. Цель, прицель. Ага. Отлично. Я заберу, не против. Злится оно. Оно злится. Злитие. Блин, это плохо. Да уйдите, мелкий, блин. Мелкая зараза, шлупонь.
Что с ним такое вообще? Да капец. Ты будешь включать... Ой, свой пылесос-то включать. Да вы задолбали, мелкий. О-о-о-о. Пузатая мелочь. Вас рожают там прям... Офигеть вообще. Чего с ним так? Ломай ты что-нибудь. Ой, у меня патроны кончились. Я херею вообще. Да просто на этих мелких придурков все ушло. Вот валите уже от меня. Нет, мелкие придурки. Вас просто до хера. У меня все патроны сейчас на них уйдут. А его мочить нечем будет. Вот откуда ты появился? Груда хрени, не знаю какой. А, капец вас тут. Этих-то там сколько. Да какой пусть? Ты видишь, что творится? Ой. Взрывается. Капец, их там столпилось, придурков-то. Ты будешь жрать что-нибудь, нет? Всасывать-то. Да охренеть просто. На. Ой, не то оружие. Да что ты взял-то? Да ну на этого наводись, на основного. Да ё-моё, придурки-то не дают ничего сделать. Капец. Давай, давай, давай. Да стреляй ты. Да ёшкин хер. Осрать на всю эту мелочь. Что такое? Ни хрена. Пойдем жизнь искать и патроны, которых нет нигде. Чё там смотрите, на? О, патроны. Да иди ты своим импульсом. Он обосрался тут. Всё, засрал. Вау. Что-то у меня отвалилось еще. Воу. Живучая тварь. Я вот это заберу, ого. Я охренею, вы что там скопились, придурки? Заняться нечем. На, вот тебе, на Хэллоуине там какой-нибудь. Что-то отвалилось. Жизни, вот жизни мне пригодятся. Да-да-да-да-да, музыка. Ничего не... Да блин. Я после каждой этого сохраню. Блин, да юлы повторить-то.
Капец, что творится. О, патроны. А то они пропадут потом. Мочи его фиг знает чем. Ау. Ау. Да, ой-ой, вас мелочку. Хватит рожать этих мелких придурков. А, у меня вся жопа уже в углях, наверное. Застрял. Они все встали. Вот куда они пропадают. На, собака. Что, живой еще? Ох. Ну, сломался наконец. А смотритель это главный или просто охранник? Сколько там нижней уровни? Куча железа. Я хотел в эту дырку прыгнуть. Нет? Но эти все... Так, наверх можно как-нибудь подняться? Потому что там полно патрон был. А, они все исчезли. Ну и фиг с ними, пошли отсюда. Задание выполнено. Вы пробрались за ворота. Достижение разблокировано. Странник. Да, это было что-то. Это было что-то. Тут, наверное, 15 минут на этого смотрителя ушло. Хорошо, что они еще... Там было это много бочек. Они замораживали всех роботов. Они больно-то в меня не стреляли. И хорошо, что не было еще летающих, спасибо разработчикам. Вот он, Эдем. С Бельфигором не спутаешь. Черт. Какого лешего? Это была моя цель. В следующий раз поищи себе другую. Спокойно, майор, я вам не враг. Рад видеть вас в целости и сохранности, майор Флетчер. Бывший майор. Что это за место? Место. И как вы... Я с радостью отвечу на ваши вопросы, но в другой обстановке. Как скажете. Вы знаете, что Бельфигор... Бельфигор потерян, скорее всего, безвозвратно. Безвозвратно. Кто вы такой? Как вам удалось сохранить это место в тайне? Мы люди, уцелевшие, это главное. Остальное вы узнаете позже. Майор Флетчер, профессор Новак, идем. Эдем ждет вас. Прикольно. А чё, меня не посадили? Или это я там сижу? Flank Wild Hug. Титры пошли. Всё-таки это мы были. Нас посадили. Самолёт. Ни хрена, я не понял, короче. Но главное, что нас посадили, и мы улетели в какое-то место. Там объяснят, что там... Короче, там они полетели, и ему потом объяснят, в чем вообще было дело. А я сижу такой и так и не понял, в чем дело-то было. Что ж, ну, короче, вот прошли мы Hard Reset Redux. Наконец-то я эту игру все-таки прошел полностью. А то же никак не мог пройти. Ну... Раньше она меня почему-то никак не зацепляла, а сейчас так понравилось вообще пострелять. Может, потому что я давно не стрелял, в таких шутерах не бегал, не знаю. В общем, надеюсь, вам очень понравилось. Там где-то даже мне ставили лайки. Это сразу я такой смотрю, о, значит, нравится, и думаю, давай дальше записывать. Все-таки прошел. Увидимся в других играх, не менее интересных. Это был DJ Vigilant, всего хорошего вам, естественно.
Интересно, там в конце что-нибудь будет? Я вообще-то нажимаю на любую кнопку, но вот что-то ничего не происходит. А вот на Enter. А, все. Поздравляем, вы прошли кардизе, чтобы пройти игру заново со всеми улучшениями, выберите новую игру, затем режим эксперта. Окей, нет.